И всем привет, ребят, с вами Блэкс, и сегодня мы играем с друзьями, а точнее Тёма и Проум. Да, всем привет. Шалом, зрители моего дерьма, с вами я, Тёма, Блэкс, Провер, бежим вот туда, мы будем сегодня лутать алмазную. Куда мишку. Бежим? Вот туда, видите, вот, в отверстие, вот. Отверстие, да? Нет. Да, вот туда, в отверстие, вон, видите, вот туда, да. Сначала на спавн, смотрите, не разбейтесь, падайте поаккуратнее. Мы вам сегодня покажем тактику очень хорошую на видокое. А Тёма да... хуизос, его мама съела бы собака. Да не забанил бы на Старкс. Если так, он, конечно, чуть, видео чуть это не посмотрит. Чуть блок не упал. Так, ой, надеюсь, тут никто мечи не берет. Все, какой-нибудь говнорь возьмет. Куда бежим? Фас, куда бежим? Еще, вот туда, вот туда, вот туда, видите? Видите, за мной. Вон, куда Провер бежит, да, вот, Юр, туда. Я за тобой бегу, Тём. Юр, толкни меня, не вот этого чувака. Провер, лутайте сундуки, Юрия, спасибо. Нет, за меня, у чувака есть меч, походу. Че, серьезно? Нет, рука. Слава богу. Провер, не уходи, у тебя меч есть? Нет, у меня топор деревянный. Окей, ты второй сундук облутал? Это, кстати, да, ребят, 49-й выпуск, следующий юбилейный. Юр, держи мной. Юр, идешь за мной? Держи, нагрудник, я тебе сзади скинул. Эй, мы там... Где? Проф, не иди первый, я... Где вообще... он? Вот, я скинул тебя. Пацан, вот, пацан. Я вообще-то тоже знаю, куда идти, не надо. Ты я не уже знаешь. Выучу, понимаешь? Проф, стой, не... давайте я буду гидом. А, нет, ты будешь ебать. Так. Да хватит, проф, у нас... Блин, еще, еще скайп лагает. Юра, завис. Да ты, я не знаю, чё, похуй. Так, у меня деревянный меч, пойдемте. И Нео помнит очень хорошо. А ты помнишь? Я помню, там дальше немного пройти. Вот, ребята, это будет отлично. Шесть человек, правда, да. Ну, ладно, мы сможем. We can do it, we can do it. Oh, guys. По-моему, вот сюда, по-моему, вот сюда. Нет. Нет, дальше, дальше чуть-чуть. Вот, в эти места. Да, вот, да. We can do it, we can do it. О, блядь. Так, алмазную броню, знаете, как делим? Кому-то штаны, кому-то нагрудник, а кому-то ботинки. Все мне! Нет, блядь. Кому-то ботинки и шлем. Я помню. Провер, я тебя сейчас кину. Не надо, пусть. Вот, ребята, это просто божественно. Я... Ну, мы так уже сегодня с Нео сделали. Ну, в смысле, алмазную мечку. Блин, было бы у нас четверо, блядь. Алмаз бы... Дезматч бы точно не начался. Алмаз бы точно не начался. Вот ты дал. Все, давайте, я, вы лутайте зельки там. Нет, я в алмазную. Сосай. Юр, ты просто покажешь подписчикам, где алмазная находится. Ага, чтобы они потом... Так, все, вот, ребята, вот здесь находится алмазная. Как ты... А, ты вот снимаешь? Этот диспенсер, да. Я не снимаю. Это... Я вот... Вот еще диспенсеры. Давайте их. Эй! Все, смотрите, ребят. Ребят, смотрите. Эй, быдло, так, все, пойдемте. Давайте, смотрите, Провер, тебе будут штаны. Юре будут... А это что за диспенсеры? Там с опытом какие-то. Ой, пал. У меня 2 хп снялось, такой высоты, ты ёбнулся. Ой, Юр, держи. Держи, Юр. Юра. Где Юра? Надеюсь. Красава. И вот это. Мне нагрудник. Я... А меч кому? Меч у меня. А нет, мне какой-нибудь. Сейчас, а, Юр, держи деревянный. Проверт, на, Проверт. Так, по-моему, я нашел с собаками, либо это не она. О, с собаками или... А где деревянный меч? Вот. А, там и Тёмы. Так, я ищу. По-моему, с собаками, да, вот этот с собаками. Чё за собаками? Как же заебал меня провайдер, честно. Ребят, я признаюсь. О, короче, на ХГ алмазный бронь вообще забис. Protection, 3. Невесомость. По-моему, вот это с зельями. Так, подождите. Надо невидимости зелья найти обязательно. Да. Так, вот здесь что-то не вижу ничего. Если вы думаете, что это чит, то это на самом деле нет. Это нычка, это просто мою... Это специально разработчики сделали, поэтому те, кто думает, что это чит... Вы сосай. Тупые. Кстати. Я бы так сказал особенно кно, но боюсь. Так. Слушай, Юр, ты уже что-нибудь нашел какие-нибудь диспенсеры? Я пока нет. Нет, я просто хожу, я за вами хожу. Я вот тут не все помню просто. Да я просто. Каждое, да, каждое дерево проверить. Я знаю, кстати, здесь еще где зачарование есть. Тут, кстати, есть с опытом. Я помню, где с опытом. Сейчас не буду. Зачарование у твоей мамы. Я с опытом уже вроде кому лутанул. Штаны? Кому штаны? Какие? Проверка алмазная. А, мне. А ты где? Вон я сзади. Где сзади? Вон, да вот штаны. Где? Валяются. Вот ты... У Юра сегодня приступы просто. Да, ребята, вы знаете, сколько раз эту карту уже искали? Да, мы целый час ищем карту, и какие-то давно за Ancient Champagne голосуют. Так, он, Юра, уже, видимо, нашел какие-то диспенсеры, там, вон, 2 их. Да, я их лутанул, это было, да, с опытом. Именно те лутал, да? Да, что, именно. Какой у тебя уровень? Ты там... У меня... Нет, я нажимал, что-то нажимал, а потом... Какого уровня? Нажимал... 0.
Ноль. Нифига себе. Вот это я не лутанул еще. Лутай. Тёма, дай нам нужный меч. А, вихир. Лист. У меня два железа, кстати. У кого есть палочка? У меня. А, проф, тебе нагрудник же надо. Я тут бегаю, не даю ничего. У меня, блин, о, ботиночки. Одногрудник алмазный ему отдай. А все... У меня алмазный у самого, у меня ай-яй-яй. Кроме него практически ничего нет. Ну, как бы алмазный грудник это... Я свинину нашел. И кость, и кости. Что? Это с собаками, Юра. Блять, выглядит. Юр, спустись вниз. Там только кости, там нет яйца. Они сейчас выпадут. Тыкай, блять. И там что? свининка. Не яйца, там должна быть эта собака. Кликать тебя. Четыре, блин! Четыре человека. То есть мы должны снять. Собака! Значит, остался еще один человек. Если он не упадет, то это все будет отлично. Я его стату проверю. Давай. 62 на 900. Плохая? Я, кажется, приручил. Все, я приручил. Там много еще должно выпасть. Еще надо кликать. Блин. Кто-нибудь мне еще что-нибудь даст? О, кость. Кстати, если я тебя ударю, моя собака тебя загрызет. Да. О, сейчас это моя. Это моя. Собака. Дай мне, блядь, собака. Моя собака. Блин, Юра всех собак себе приручил. Все, за мной, песики. Песик, за мной. О, кстати, да можно мне вот этого? Эй, а мне, дай кость. Да блин, они не приручаются у меня. Юр, ты всех уже приручил здесь? Да, всех. Вот Юра идет, дай мне одну. Не бей, Юра, главное, ты никого не бей, потому что меня собаки начнут бить. Юр, у меня уже собака кусала. Это не я был, это Проверт. Это не я был. Проверт, ты зачем собаку? Я не вот собака. Смотрите, смотрите, собака за мной бегает. Вы молодцы. Это не моя собака, у меня две. Посадите ее, пожалуйста. Это Проверта собака. Проверт, посади ее, держи. Че творим на ХГ? Все, посади. Сейчас какой-нибудь даун придет, сольет нас сзади. Зачем вы на меня собаку натравили? Чтобы они твою маму. Сейчас мы еще давай двух, Проверт. Стой, ну мне можно собак, пожалуйста? Да, бери вот эту. Кстати, ребят, собаки святое. Да. Подождите, я собака... О, мне собака выпала. Эй, собаки... Блядь. Это мои собаки. Ударишь их, тебе конец. Чёрт, она с 10 костей не берет. Юра. А? Ты чё так вылетаешь много? Да я не знаю, провайдер сам. У меня теперь есть своя собака. У тебя есть собака на свае. Вот слушайте, где-то зелье рядом, зелье очень много. Прикинь, этот матч такие, 5 собак против чувака. Нам надо его найти, а то вечно будет это продолжаться ереть. Вечно, надо пока зелье найти. Эй, собачка. Слушайте, кто-нибудь может по фасту посмотреть туториал? Нет. Только Проверт может, он... Проф, фаст туториал смотри. У меня, кстати, черная и серая собака. А, это у тебя Optifine не настроен. Просто в Optifine можно это включить, либо выключить. Блин, давайте деревья ищите, а то я один. У собаки спидхак. Это тебя Терекс какой? Ой. Ну, короче, тебе конец, Провер. Ты нам всем конец, я уверен. Как думаешь, Тём, это наша последняя игра на МССГ? Смотрите, реально у собак спидхак. Так. Да, они тебя загрызут, смотри, я сейчас тебе ударю. Нет. Юра, вот и правда не надо так делать. Это мини-туториал, ребят, запоминайте эту нычку. В принципе, если мы будем, не запоминайте. Да, мы вас сразу кильнем. Да, потому что это теперь наша основная, наша единственная нычка на видоку. А я прижал собаку и ее. Блин, мы пока дошли только 2 деспенс. О да. Собачка. Провер там заманит, за маму мстит. Смотри, Тёма, иди ко мне. Жди, я тебя не вижу. Вот смотрите, за мной уже этот пидор бегает. Я назову его пидор. Тём, я левее. Видишь, у меня, знаешь, как собачку зовут? Собачка, которая съела маму... Юра, подожди. Юра, смотри, Проверт собаку ебёт. Где? Смотри. Блин, опять вылетел. Да что такое? Это бред. Да это я не знаю, почему. Блин, Юра, ты у меня собаку вытнёшь. Смотри, у меня, короче... собаку зовут собака, которая съела Проверта 1, и собака, которая съела Проверта 2. Меня собаку зовут Аллах. Акбар!
Знаешь, у нас в классе есть одноклассник, его Слава зовут. Я, короче, кричу ему «Слава», он такой «Аллаху!» Я такой снова кричу «Слава», он такой «Аллаху!» Я такой кричу «Ты чё, дебил?» Он такой «Слава Аллаху!» Кто туториал посмотрит? Провер, давай ты. А чё мне посмотреть? Да, туториал, я просто... Ребят, сейчас переспом будет, го тогда уже. А. Да нет, подождите, надо найти еще диспенсер, пока не го. А чё там? Зелье. Да зачем тут уже собаки расхаживают? Зелье. Да насрать, пошли. О, шлем. Стойте, тогда пойдемте в нычку. Раз так. Какую нычку? У нас одна, ты сказал. Здесь еще есть. Стойте, где надо... Блин, ну мы без зелья остались, ребят. Ну нормально. Да нормально. Смотри за то, сколько собак идет. Они идут ебать тому. Вот мне на этот матч интересно будет, какое месиво. Дикое. Смотри, стая. Лол. Так, кому каменный меч? У меня есть. Тёма, да, я тебе давай сколько сниму? Давай. Нет! Мне не хватает 4 пунктов. У меня просто кожанка и алмазный гром. У меня 3.5. Да, это элитное место там есть. Не подумай. Эй, собаки, псы. О, собаки спидхак. Вот я и говорю. Да. Главное, короче, во время ПВП там, если... Вау, вообще... Если мы на чувака нападем, то главное, чтобы... не бить друг друга, то собаки нас там сами заметут. Нас сами заметут собаки. Короче, слышите, то собаки такие нас сливают и пишут ГГ и... Это они такие пишут, рашим, лутаем быстро и изи, короче. GG, изи. А потом собака раскрывается, а это Таракс. Блин, стойте, у меня, кстати, алмазик есть один. У меня 2 железа. Там, кстати, верстак есть в этой нычке. Смотрите, реально собаки спидхак юзают. Понятно, как они тащат ГГИ. Это Таракс. Собака Таракс. Таракс. Это с плащиками бегут. Таракс, я не ня. Я не ня. Ня. Это знаешь, Таракс бог тут, нет, не бог. Он знаешь, сразу он такой разогрелся, типа не бог. А я такой думаю, ну ты чё, ты же не... Блин, у собак спидхак заколебали. А потом это, оказывается, этот был фасан. Я сейчас представляю, что мы умеем чувака, который против нас остался. Да он о, дай шлем. Да. Ребята, вообще-то сейчас переспаун будет. Ну, да, вот эти сундуки элитные, Юр. У тебя палки нет? Смотри, да, у меня палки нет. Дай палку, плиз. У меня нет палки. Юр. А, да. Короче, крафтить. Смотрите, ну. Зелеварилка. А где крафтить? Верстак. Вот где? Верстак. Где? Вот. Где? Юра школьник. Я знаешь, как я себя веду сейчас, как Кирилл, знаешь? Все, пойдемте на переспаун, там он точно... Сейчас, подождите, давайте сначала эти блутаем, потом на переспаун. Не, я сейчас представляю тот чувак, я такой крутой фулл. Они элитные, эти сундуки. Нет, тот чувак, я такой крутой фулл, жилец, кого можно меч. А нас надо с матча сосать. Нам нужно было найти лук на огненную стрелу. Самах, не мешай мне. Нам нужно было найти лук на огненную стрелу и тот жесткий меч. Тогда блин, у меня левела чуть-чуть не хватает. Юр, собака за тобой прыгнет. Угу. Так что не следует прыгать, собака преданная. Собака, друг человека, 2 алмаза. У кого палочка есть? У Юры. Юр, палка есть? Одна. Блин, мне кинешь меч, мне кинешь, дай мне алмазы. Нет, стойте. Надо держите. На, проект железный. Не алмазный мне ссать. О, тут, кстати, палка была. Все, пойдемте, ребят. Сейчас, собака чья-то упала. Че, вы... ГГ изи? Нет. Рашим по фасту и изи, короче. GG изи. Вон у нас пун. Собака заебала, спидхак не узнать. Провер, ты во мне. Бан. Собака, я тебя забаню. Провер, ты во мне. О, я вижу, что она, того, вон он. Давай, пошли! Чё, давайте, сейчас собаки едут. Сейчас будет ГГ изи. Чё, как они? Ага, да. Убегают алмазники. Это реген-хакер был. 421 поинт. ГГ. Алмазы, держите алмазы. Кто-нибудь, кто успеет? Я. А мне можно что-нибудь нагрудник там? Дайте штаны! Провер, дай штаны! У меня есть какие-нибудь. Штаны дай! Дай палку. Они чё, сгорели, что ли? Мне не хватает полтора. А чё, штаны сгорели? Да. Вот вы хачики. Проф, у тебя собака спидхак юзает. Блять, собака ебан тебе на неделю. Недельный бан. Ребят, а так нечестно. Я тебя заскринил. Тём, у тебя какие были штаны? У меня кожаные.
Бля, тогда наденешь на дедматч кожаный? Да посмотрим. Что будем делать? О, ребята, может, вы мне дадите, это будет моя 49-я победа как раз под 49-й. Сосай. Нет. Русский тибил. Не, давайте сразу не все, давайте по отдельности. Там я с... вы вдвоем, а я с победителем. О, конечно. Да, 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 да. Я подсасывать не буду. Блин, че. А где собаки? А где собаки? Они внизу, нет? Кажется, она остались там. Она остались там. Ну, значит, эй, без собак. А хули я спрыгнул сюда, блядь. Всё, нет! ГГ, изи! Животные. Причем животные не собаки, а. Идём прыгать. Провер, давай объединимся. Вы чё, ребят? Нет, каждый сам за себя. То давай тогда подождем, пока он спрыгнет. Все, гаси. Стойте, тут сундуки не облутаны? А, не облутаны? Есть, да? О, я возял. Возял. ГГ изи. Ну вообще ГГ изи. Просто, а у тебя же алмазные штаны. Ну все, погнали. Стойте, подожди, Юра. Сейчас ГГ изи будет. Может, заскринимся для начала с алмазной броней? Нет, еще бы этому Старексу скинешь, вообще плохо будет. Действительно. Ладно, ну что же, поехали. Стой, 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 стой. Стойте, давайте на счет. Давайте встанем на счет три. Раз, два, три. Russian Bandit, водоволосы. О, Майнплекс. Ты вообще нисколько не сносишь луком. Нолтик. У вас-то броня. Епик. Blast Protection. Какой-нибудь. Чем от них несут? Сам такой. Сейчас ГГ-изи будет. Давай, провер, стреляй! Да у меня этот Blast Protection же. Точнее, этот. Шипы. Чё ты там, жёсткое мне... ПВП у вас? Ой, о, меня молнией! Меня тоже. Центр. Сейчас молния такая напишет. ГГ-изи. Давай, 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 гази друг друга. Подсос мастер! Идиот. Меня сняли 2-2. Подсос. 2-9, это я. Ну что, ребят, как вам серия? Как вам подсос, Блэкс? Вот не зря меня добавили в подсосники. Ну ладно, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась серия. Я назову ее супернычка и. Или как назвать? Туториал или супернычка? Супернычка. Ладно, тогда назову супернычка. И следующий выпуск юбилейный, так что ждем и готовимся. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Пока-пока. Пока.